Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров встретился с молодыми парламентариями. Он призвал их продолжать активно участвовать в обсуждении проектов. Напомнил, что благодаря молодежному парламенту Народное собрание уже приняло 7 нормативных правовых актов. По словам Заура Аскендерова, к мнению молодежи прислушиваются, а собравшиеся поделились с председателем своими идеями на будущее. Так, например, они планируют новогодние благотворительные и экологические акции. Спикер инициативы поддержал и выразил готовность в них поучаствовать.